видео показать, короче, его лицо квадратиками закрывало. Ну, уже не первый посудит. О, Петрович, вот это будет сегодня интересненько. Казань. Казань 8. Все, давай, забивай нахрен. Забивай, берем. Смотри. Фомин. Никогда не попросит вас. Ищенков. Молчать, вот как кот. Вот ты его ищешь потом, он на подоконник сидит и смотрит. Ты его зовешь, зовешь, а он ничего не может сказать. Тебе здесь. Блин, как там же Тимур Валиев бы сказал бы? В прямом эфире бы. Он всегда очень хорошо говорит. Сафин. Тащи, тащи, тащи! Хорош! Гатаулин. Пятьдесят второй номер! 52-й чей? Хорош! Немного друг друга подсказывайте! Поздно продублировал. Чем главный? Хорош. Петров. Таулин. Проиграл борьбу. Сафин. Ищенков зацепился за мяч. Движет передачу на Халинова. Ведет. Прострел на Гатаулина. Эх. Жаль. Теперь с мячом Казань начинает свою атаку. Хотя нет. Правильно замечаю Николая Васильевича. Перешел по комментис? Да. Давай. Блин, я забыл фамилию Олега, третьего номера. Ладно, потом восполним. Хотя нет, у меня же должно быть... Потом. Ну, короче, этот блокнот есть, и там был записан этот весь состав в том году. Я всех новичков-то помню. О, хорош! Старичков. Да, хорош, Шайхутдинов сыграл на выходе. Ага. Халидов, ну подталкивали, подталкивали. Хорош, судья. Давайте желтый, судья. Бек. Да. Торбин. Ой-ой-ой, хорош. Хорош, хороший пас на Гатаулина. Ужаснейшая погода в Казани. Очень плохая. Точнее, хорошенькая, но если бы не был ветер. Ну, ветер. Гадаров, Макс.
Хорош, Шахудинов! Такой ветер к урагану. Хотя нет. Торбин нарушил правила. Напомним, что вчера играли дублирующий состав Ротара. Проиграл 3-0 команда Перца. Хорошо. Не, говорю же, мне надоедает комментировать. Рома, давай, беги! Антон Ищенков готовится к замене. Вместо кого? Вместо Булата Халитова? Эх, Ромка. А ветер-то против нас, если честно, можно так сказать. Ладно, потом посмотрим. Здорово. Ветер изменяет. А, вон даже как была замена. Забил Алексей Ищенков, номер 69. О, все, на камере пятна. Вода попала. У кого-нибудь есть вообще этот, обычные салфетки? Что? Хорош, Петрович! Ну давай убегай! Эх, не дали. Лизавета. Да.
Хорош, Олег! Давай! Давай! Первое место! Мы девятые. Давай, 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 давай! Давай! Так стоп, так против же нас же нарушили. Хорошая нога. Еще, еще ногу поставьте! Играй, играй! Хорош, хорош! Побежали! Давай, 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 давай! Ну вот, да, блин, что за передача? Ну что там, а? А если был бы гол, то красный. Рукой, что ли? Я шучу. Thank you.
Ну, только меняет то, что тут не выполняет требования. Вернись на позицию! Thank you.
бубой клобухи. Нет. Пока никто спорит, что там рука была. Витар, тащи! Yes.
полчаса там. Рука же! Так он не был в офсайде же! Ну блин, рыжий опять придумал. Офсайд. Эх, Кирилл, а. Хорош! Толчок был. Роме можно было дать. Хорош. Ай! Хорош. Давай, убегай! Держи! Что ты? Thank you.
Хороший, Рома!
Ну, Лёша. Дай пас. Ну куда, Рамиль? Дим, они что, схему что ли поменяли наши? А нет, вроде все нормально. Так не задел же! Давай,
Давай, прессингуй его! Еще, Марсель! Ногу, ногу! Ну, блин, Леша! Зачем? Хорош, Дэн. Thank you.
Судья! Давай, 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 давай
На ворота делай, на ворота, Ром! Дим, напиши это в группу. Хотя сейчас сам напишу. Так, 18-е заканчивается. Давай, давай, Кирюх! Эх. Еще, еще, Кирюх! Эх, Ромк. Thank you.
Хорош, Рам! Эх, Лёш, Лёш. Надо выиграть, надо выиграть. Надо третий забивать. А можешь желтый дать? Можно сказать, что это не так?
Вообще пипец.
Толчок же! Выигрывай! Все нормально, дети, с тобой в тут спали.
Thank you.